Рапен – персонаж фольклора папуасов Новой Гвинеи. Жители Новой Гвинеи убеждены в том, что это реально существующее животное. Описывают его по-разному, хотя чаще всего его представляют как большое летающее существо, подобное летучей мыши или даже птерозавру, которое мерцает вспышками света во время полета. Рапен, предположительно, ведет ночной образ жизни. Впервые это существо было якобы замечено во время Второй мировой войны, когда американский военный летчик во время одного из полетов на самолете из Австралии в Новую Гвинею своими глазами наблюдал необычную картину. Рядом с ним летело существо, размах крыльев которого составлял не менее 10 метров, а длина хвоста превышала 5 метров. И сегодня мы попытаемся разобраться, существует ли он на самом деле. Всем привет, дорогие друзья! Это шоу Мистики, и сегодня мы попытаемся разобраться, существует ли Рапен на самом деле. Поехали! С момента первого наблюдения Рапена было получено более сотни сообщений о наблюдении этого существа. Как часто бывает в случаях с загадочными существами, сообщения в основном исходят от жителей Папуа-Новой Гвинеи. Но как бы мы ни хотели эти сообщения отнести к достоверным, никак нельзя. Природа Рапена, если даже признать его существование, является спорным вопросом. Криптозоологи считают, что это выжившие птерозавры, тогда как ученые предлагают более рациональное объяснение. Например, за Рапена можно принять крылана, особи которого могут иметь размах крыльев до 2 метров. Ну или птицу фрегата. Размах крыльев фрегата может достигать 2,5 метров. Вот давайте сравним предполагаемую фотографию Рапена и фотографию фрегата. Да уж, думаю, фрегат все же может впечатлить, учитывая яркость человеческого воображения. Но вот как объяснить то, что по некоторым рассказам очевидцев Рапен еще и светится? Скорее всего, это именно тот случай, когда миф смешался с реальностью. Впрочем, ничего нового. За последние 20 лет криптозоологи организовали несколько экспедиций в Папуа-Новую Гвинею в поисках Рапена. Как и следовало ожидать, ни одного фото или видеосвидетельства о этом существе получено не было. Все ограничилось сбором новых недостоверных рассказов очевидцев, в которые можно верить разве что только с трудом. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Ладно, всем пока. Ставь лайк, если тебе это видео понравилось. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые видео. А еще подписывайся на мой ВК. Ссылка будет в описании. Все, всем пока.